дорогие друзья, меня зовут Ольга, я тренер до мозга костей. Сегодня у нас технический выпуск и посвящен он базе. На протяжении уже многих лет наши танцоры выигрывают Е-класс, и причем не по одной паре, а иногда сразу 3, 4, 5. База в этой номинации является основной. То, как ты умеешь работать ногами, как технично ты передвигаешься, это ключевое. Сегодня мы с вами поговорим про технику смены, а если быть точнее, про счет раз. Потому что, к сожалению, за один ролик я не могу рассказать про всю технику основного шага, потому что там очень много тонкостей и технических моментов. Поэтому давайте разберемся хотя бы с одним счетом раз, как выполнить его красиво, технично и правильно. Итак, хорошо, давайте начнем учить нашу смену. Техника начинается еще до того момента, когда вы наступили на счет раз, а конкретнее вынос ноги. Давайте разберем правильный вынос ноги перед счетом раз. Чтобы красиво вынести ножку и чтобы создать потом ноге ускорение, необходимо правую ножку выводить коленом вперед и создать в конце угол 90 градусов между ногой и паркетом. Давайте посмотрим еще раз. То есть мы выводим ножку коленом вперед вот таким образом. Нога высоко находится перпендикулярно паркету. Задняя левая ножка остается прямой. Хорошо. Большие пальчики контролируют паркет. Выводим ножку. Дальше непосредственно нам надо исполнить наш счет раз. Наступание происходит в удар. Пам. То есть в удар вы должны наступить правой ногой, партнеры, соответственно, левой. Для того, чтобы мы с вами наступили в правую ножку, нам необходимо толкнуться из левой ноги. Да, то есть мы не правой шлепаем без веса, мы осуществляем толчок от задней ноги. В этот момент правая нога начинает перемещаться вперед. И к удару раз вы полностью встанете на правую ножку. Будут у вас стоять и пальчики, и пяточка. Обращайте внимание, чтобы в этот момент у вас толчок был линейно с паркетом. Да, чтобы вы себя не толкнули наверх и у вас возник прыжок, а максимально сохранили линию. Дальше, следующий очень важный момент. Вы выносите ножку вперед, дальше осуществляете толчок, правая нога начинает стремиться к выпрямлению, и в удар она должна полностью выпрямиться. То есть на удар раз, правая нога полностью прямая в колени. Итак, мы красиво выносим, дальше толкаемся, теперь встаем в ножку, да? Обращаю внимание, что вставать необходимо с подушечки в пятку. Очень часто танцоры танцуют с пятки, и из-за этого ощущение, что они как бы не умеют вообще работать с паркетом. Но видно, что это начинающий танцор. Поэтому выносим толчок с носочка в пятку. На счет раз в удар у вас две ножки остаются прямыми. Теперь поговорим немножечко с вами про вес. Как перемещается вес. Когда выносим ножку, вес на левой ноге, правая нога без веса выходит вперед. Дальше от левой ноги начинаем двигать вес вперед и в удар. Раз, вес остается между ног. Вес между ног – это когда в правой и левой ноге треугольничек, а вертикаль смотрит четко в пол, между двух ножек. Да, вот обратите внимание, вертикальный позвоночник, он смотрит перпендикулярно вниз, а ножки в треугольнике. Как только мы с вами шагнули вперед и сохранили позицию на счет раз веса между ног, дальше у нас происходит дотяжечка. Дотягиваем полностью от задней ноги вес в правую ножку. Угу. Итого, мы с вами начинаем вынос ноги, ставим на левой ноге толчок, шагнули в правую ножку, вес между ног, и потом делаем дотяжку в правую ножку. Ну а дальше непосредственно вы танцуете смену и основной шаг назад. Еще один нюанс, который необходимо отслеживать у себя на ранних этапах, чтобы не наработать ошибку, это выворотность ног. Да, когда мы с вами выносим ножку, здесь все понятно. Дальше при наступании необходимо шагнуть выворотно. Пяточка остается внутри, носочки снаружи. Если объяснить совсем попроще. Давайте я вам так покажу. Вынос. И дальше наступание, пяточка,
носочки снаружи. Очень часто танцоры танцуют вот таким образом, начинающие, и сразу понятно, что вы только учитесь. Профессиональные танцоры все ножки выворачивают максимально, как они это умеют. На сегодня мы закончим разбираться с техникой. Пробуйте, тренируйтесь. Спасибо за просмотры. Если хотите, чтобы мы больше снимали технических выпусков, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И всем пока!